Мы – транспортно-логистический холдинг «Российские железные дороги». Мы развиваем транспортную инфраструктуру страны. Строим новые станции и вокзалы. Мы – локомотив экономики. Сотни миллионов тонн грузов ежегодно. Развитие науки, социальной сферы – это наш вклад в благосостояние страны и уверенность в завтрашнем дне. Западно-Сибирская магистраль – одна из крупнейших в сети РЖД. Более 9 тысяч километров путей. Полигон дороги располагается в 5 субъектах Российской Федерации – Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Миллионы пассажиров, миллионы тонн грузов, нефть, уголь, зерно, лес. Скорость, мощь, движение. Каждое действие четкое, выверенное. Предельная концентрация. Огромная ответственность. Важно, чтобы слаженный организм магистрали работал без сбоя. Каждый день, каждую минуту. Постоянно развивался и совершенствовался. Команда Западно-Сибирской железной дороги. Более 90 тысяч сотрудников. Они – движущая сила магистрали. Уникальные кадры, уникальные люди. Новатор, известный сибиряк, герой соцтруда Николай Лунин. В годы войны положил начало новому движению сверхтяжелых поездов. Километровый состав с углем – 5000 тонн. Это в 4 раза больше нормы для локомотива. Впервые прошел через Уральский хребет. Новаторов дороги еще долго будут называть лунинцы. 1974 год. Возведение железнодорожного моста через Обь. В сложных условиях и даже с риском для жизни. Завершающий этап строительства 700-километровой магистрали. Она соединит нефтеносные регионы Сибири с сетью железных дорог страны. Да, время было непростое. Почти каждая смена – ежедневный подвиг. Наставники. Сколько поколений железнодорожников они воспитали? Машинистов, диспетчеров, дежурных по станции. Наставники помогают понять технологию работы, разобраться в ней. Как эстафету передают профессиональные секреты, собранные не одним поколением железнодорожников. Учат чувствовать и понимать дорогу и друг друга. Быть частью команды железнодорожников – это ощущать заботу, поддержку и признание. В центре внимания политики УАО РЖД – человек. Социальный пакет, корпоративная ипотека, медицинское обеспечение, высокая социальная ответственность – это принципиальная позиция холдинга. Среди лучших проектов – бонусный пакет, направленный на мотивацию вовлеченных в жизнь компании сотрудников, и корпоративный университет. Все, что связано с развитием команды – приоритет в холдинге. И для обучения, и для карьерного роста есть все возможности. А чем раньше начать обучение, тем лучше. Компания помогает воплотить в жизнь детскую мечту – стать железнодорожником. УАО РЖД создает специальную образовательную среду в детских садах, школах, вузах. Мы обязаны переворачивать мир, творить и созидать. Развивать это стремление в студентах, школьниках. Практика, семинары, форумы. Именно им открывать завтра эстафету, совершенствовать и сохранять то, что дорого. Потому что завтра дорога тоже должна работать без сбоев. Но что такое путь вперед, в будущее, как не внедрение нового? Западно-Сибирская магистраль – лидер новейших технологий. Это словно встреча с будущим уже сегодня. Мобильное приложение, умный интеллектуальный терминал, ускоренный ремонт путей и мозг и сердце магистрали – центр управления перевозками. Идеи новаторов меняют жизнь дороги и даже страны. Железная дорога бесконечная, живая. Она соединяет не только судьбы людей, но и судьбы городов, регионов и даже стран.
Многие достижения в экономике, культуре происходят и произошли благодаря дороге. Она служит жизни днем, ночью и всегда живет в ритме времени, в ритме страны, в ритме каждого из нас, потому что пункт назначения – будущее.